Добрый день. Дай немножко милоты. Милоты немножечко. Да, ты милая, ты милая. Но я сейчас не про тебя, миленько, а про вот этих вот маленьких спиногрызиков. Да? Ой, спят, спят колесики. Это кто у тебя самый крупненький? Там, да? Ой, какая серьезная мамочка у нас. Давай посмотрим глазки. Знаешь, что будить нельзя. Ну, глазки-то показать ваши красивые. Ой-ой-ой, какие. Вот и сразу деятельный какой. Смотрите, мы уже бежим, можно сказать. Мы уже прям бегаем. Так, разбудили, значит, кормите. Значит, кормите, да? Но этот-то самый первый глаза открыл. Глазастик маленький такой. Вот он, бурундучок. Ой, фейка добралась. Фейка добралась до детей. Все перепрыгнула через заборчик. Вы посмотрите, как ей надо за всеми поухаживать, а? Так, вот эти красоту я показала, милоту. Суетится прямо весь ребенок такой. Так, а ты покажи глазки. Покажи. Вот эти почти один чуть-чуть прикрытый. Ну, можно считать, что все глазки открыли. Все уже глазастые. Все глазастые. А этой звезде нужно поухаживать, да? Ой, ты колесенькая наша фейка, а? Что ты за тетушка крестная такая, а? Прямо рвется к детям. Да, Соболя прогоняешь. Поцеловала его, но рыкнула. Говорит, не-не-не, Соболь, только тетка. Скажи, меня еще не допускают, а ты тут прешься. Я скажи, тут с краешку притутулюсь. Скажи, чтоб да поближе быть к ребенку. Вот, давай я тебе дам поцеловать. А то как ты не поцелуешь попу-то, не помоешь, а? Вот она сразу же вычищать, вымывать. Именно попу пищу. Скажи, а что, морды и так чистые, да? Смотри, мордашка какая, смотри, мордашка. Да, скажи, мордашка хорошая, чистая, тоже помою. Ой, ну что ты за звездочка наша нежная? Идите, колесики, и мне спасибо сказала, да? Ой, смотри, дитёк, тебе поползёт. Скажи, я ему сейчас намою попу, начищу, чтобы был чистый. Одного мать моет, другого фея моет. Отец, вот ты точно мыть не будешь. Нет у тебя этого инстинкта. Нету. Так что тьфу-тьфу-тьфу. С малышочками, вот этими карандашочками. Все хорошо. Все замечательно. Фейку не прогоняет, а отца прогнала. Говорит, толку-то от отца, да? Он, скажи, все равно не намывает. Тетушка-то вон чистит и заботится. Ты Титю у тети пошел искать. Ребенок. А ребенок? Нету у тети Тити. Она бы покормила. И напоила бы всех. Да нет у нее. Ну, а мы всех целуем, обнимаем. Много радости и, главное, здоровья всем желаем. Да, звездочка моя ненаглядная.